Я горжусь тем, что мне когда предоставили список сегодня, когда ехал в Камрад, того, что мной было сделано, за эти годы примерно на 4 миллиона лей была оказана помощь из моих личных денег. Это автобус реабилитационному центру для детей, это брусчатка и в Вулканештах, и в Чадырлуге, и в Камрате. Почему за 30 лет никто не заказал план модернизации страны? Вы поймите, у нас сельское хозяйство, экономика развивается хаотично. Каждый сажает, что ему придет в голову. Канализация и мусорные свалки должны быть национальными проектами. Это должен быть проект правительства. Не сваливать ни на примара Дизгинжи, ни Камрата, ни Бельц. За коррупцию высших эшелонов власти срок от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества ближайших родственников. Они все эти годы имитировали борьбу с коррупцией. Не возбуждали десятки уголовных дел. Я вам обещаю одну очень важную вещь. Что я буду первым молдавским политиком, который не будет ходить на цурлах ни перед Брюсселем, ни перед Москвой, ни перед Вашингтоном. А те, которые сегодня, жители Гагаузии, были настоящими борцами, вы никогда не преклонялись ни перед какими путанами, ни перед какими негодяями, которые пытались вас поставить на колени. И я знаю, что вместе с жителями Гагаузии и со всей страной мы дадим в морду коррупции и посадим всех, и посадим весь этот кунканятник, который сегодня разрушает нашу страну. Я уничтожу всю эту воровскую криминальную систему, которая издевалась над жителями нашей страны, которая одних пыталась поставить на колени. Голосуем за Рената Усатова, кандидата номер один в избирательном бюллетене.